Всем привет! Сегодня речь пойдет о матовой помаде Giordani Gold. К сожалению, у меня пока только обычная помада, но она примерно будет вот с таким флаконом, немножечко будут другие грани. Здесь много оттенков, и я не дождалась и очень хотела попробовать, чтобы выбрать для себя, какой оттенок помады мне больше подойдет. Для этого я купила все оттеночки, но не все были в наличии, и хотела показать вам, как смотрится каждая помада. Для этого я сделала нейтральный макияж, то есть минимальное количество теней. То есть здесь у нас будет макияж с акцентом на губы. Первый оттенок – чайная роза. Второй оттенок – пыльная роза. И он, наверное, будет самый-самый продаваемый оттенок, потому что он подойдет под абсолютно под любой макияж. Шикарный натуральный оттенок. Обязательно себе закажу такую помаду. Освежающий розовый. Красивый оттенок. Наверное, будет шикарно смотреться с загаром. Коралловый розовый. Необычный оттенок. Очень яркий. Даже не знаю, как его носить. Интересный, дерзкий. Оранжевый коралл или это настоящая морковка. Такой насыщенный оранжевый коралловый цвет. Кто ищет морковный цвет, это ваш. Оттенок лиловой орхидеи. И это мой оттенок, который однозначно куплю себе. Невероятно красивый. Этот оттенок насыщенный ягодный. Красивый, да? Тоже красивый. И это мой оттенок. Тоже оттенок я себе возьму однозначно. Этот оттенок называется глубокий малиновый, и я хочу из него превратить еще более роскошный цвет, показав вам один прием. Для этого мы воспользуемся карандашом The One. Такое бордовая шикарная роза. Мы можем еще немножко взять темный оттеночек и также немножко поколдовать. Вот такой красивый оттенок получился при помощи помады глубокий ягодный и карандаша Смоки серия The One. Мне он даже больше всех нравится. Итак, давайте посмотрим, как выглядит помада на самом деле. Первый оттенок – чарующая роза, пыльная роза. Третий оттенок – освежающая роза, коралловый розовый, оранжевый коралл, лиловая орхидея, однозначно себе возьму, насыщенный ягодный, глубокий малиновый. У меня нет оттенков – сумрачная роза и терпкий бордовый. Возьму себе вот эти два оттенка. Раз, два, три, четыре. Вот это вот мои оттенки. Жду ваших комментариев, пишите внизу, какой оттенок помады больше всего понравился, какой вы купили или какой посоветуете больше мне. Все, всем пока-пока!